Что у меня на ужин? Смотрите, какая красота. Прям резинка от резинки отделяется. Девочки, всем привет! Как ваши дела? Как ваше настроение? У меня сегодня день начался как обычно. Детей накормила кашей. Сама тоже в душ зашла. Вот. Хочу показать вам мои штанишки. Такие вот. Это мне мама отправляла сюда. Сделала такой подарочек. Я их, видите, дома ношу. Они пижамки, но можно и дома их носить. Очень мне понравились они. Кофточка тоже есть от них. Но кофточка, знаете, более такая прям нарядная. Одеваю я их просто с футболочкой вот такой. Как вам нравится? Видите, здесь щиколотка тоже видна. Смотрите, вы, наверное, заметили, вот это вот синенькое у меня на двери, это ограничитель. Именно вот на двери, сейчас я вам покажу его поближе. Кстати, очень классная штука, спасает от шума и, конечно же, спасает двери. В комплекте они вообще две продаются. Стоят тоже недорого, 60 рублей, вот синенькая и красненькая. На детской двери и здесь на кухне, потому что часто Мансур именно вот эти вот двери бьет у нас. Это у него такие игры. Смотрите, нас угостили какой черешни, красивая. Буду замораживать ее. И сейчас из небольшого количества сделаю компот, остальное заморожу. Буду потихонечку вытаскивать с морозилки и делать компот детям. Посмотрите, какая она красивая. Пока дети играют, учатся, Ляна учит Мансура буквам. Она ему показывает разные знаки препинания, цифры. Это один. Один. Это один. Молодец. Это мягкий знак. Молодец. Все, Леночка, давай сейчас покажем, что у нас произошло. Давай сюда. У нас падает молочный зуб, и оттуда уже выклевывается постоянный зубик. Давай покажем его. Никак он у нас не выпадет, уже пятый день. Шатается, а я сама его вырывать не буду, потому что я боюсь. Завтра едем к стоматологу. Легко? Да, все, закрывай ротик. Завтра поедем к стоматологу. Скорее всего, Расул поедет, а я дома буду с детьми. Все, завтра поедешь и будешь уже без зубика, но с подарками, да? Да. Смотрите на этого маленького тобота. Мансур, тебе нравится? Здесь, смотрите, изображение тобота. Они обожают этот мультик, Мансур и Фатима. Иди сюда, иди. Здесь, смотрите, он тоже ударился. На лбу у него такой синячок. Это вот Расул любит разбрасывать свои носочки. Смотрите, Фатима принесла свою любимую коробочку. Это от Ванильной семьи подарочек, да, Фатим? Ты его хранишь? Смотрите, как она его бережет, спит. Вместе с этой коробочкой спит. Ну, покажи, что там. Я с этой коробкой не впрыгну. Я не встану на свою кроватку. Я на подоконник, ребятки, ставлю. Извиняюсь, она, оказывается, ставит на подоконник. А с куколкой, да, ты спишь, Фатим? Давай, тогда посмотрим. Давай, что там внутри? Ой, там и носочек, какая красота. Ой, пала. Ну, и наклеечки, ребятки. Пока. Все, молодец. Иди играйся, иди. Хочу вам показать, что у меня на ужин. Смотрите, какая красота. Это запеченные овощи. Сначала они у меня запекались под фольгой. Потом уже я фольгу убрала для вот такой вот корочки. И сыр тоже у меня расплавился. Я сверху сыр тоже посыпала. Сейчас переложу я на стол свое блюдо и покажу вам поближе. Расскажу, что у меня там внутри. Вот так вот поближе смотрится это блюдо. Вообще красота. Очень часто я его готовлю. Сейчас расскажу, что я добавила. Самое главное, это картошечка. Самый главный ингредиент. Здесь его побольше. Болгарский перец, баклажаны, репчатый лук. И морковочку я порезала соломкой. Изначально у меня это все запекалось в фольге где-то час, ну минут 50. Потом я уже фольгу сняла и посыпала сыром. Вот, у меня сыр расплавился за 15 минут. Вот такая вот корочка появилась. Ну, очень вкусное блюдо, я всем советую. А готовилось у меня блюдо на 220 градусах.
И где-то у меня ушло времени 1 час 5 минут. Да, 50 минут у меня запекалось, и уже без фольги 15 минут. В общем, 1 час 5 минут. И у вас вот такое вот шикарное блюдо готово. И главное блюдо, знаете, такое не тяжелое на ужин, правильное питание. Так что, девочки, готовьте, очень вкусно. Даже дети у меня любят. Так что мы сейчас будем ужинать. Смотрите, какой у нас ливень пошел. Небо светлое, а ливень хороший. Слышите, да? Только Расул хотел выйти с детьми на площадку. Вы знаете, погода была шикарная. И резко затянуло тучами небо, и все. И вот такой вот ливень. О, дети там тоже в домике прячутся. Не успели, видите, домой не успели, потому что резко начался ливень. 2 дня была жара, вот я что замечаю, 2 дня жара, потом дождик идет, чтобы немножко было легко, да, дышать, чтобы такой жары не было. Красота. Еще сильнее льет. Набирает обороты. Расул, видите, да, дети, видите? Они у меня там ужинают. Смотрите, какая радуга, кусочек я заметила. Не видно, не с той стороны мы побежали с детьми. Вот отсюда чуть-чуть видно. Хоть чуть-чуть сниму. Мансур, какой ты красивый. Футболист мой, шортики у него, маечка, носочки. Он прям одетый, Расул говорит, как футболист. Да, Манси, на прогулочку идешь? Да. На площадку, да? Молодец. Все идут на площадку, девочки. Да. Привет, скажите. Привет. Молодец. Фатим, покажись. Красавица моя. Еще сегодня у меня будет компот черешневый с яблочками. Где-то 3 стакана добавлю сахара. И у меня через 15 минут, как закипит он, пусть поварится хорошенько. И компотик будет готовый. Приготовила компот из черешни и из яблок. Очень вкусный получился. Сейчас еще он настоится где-то у меня 1 час. И буду разливать в детские бутылочки. Они у меня любят именно компот пить с детских бутылочек. Даже Лиана и Фатима. Вот. Сейчас детей буду укладывать спать. Буду перед сном им давать йогурт. Вот такой вот именно йогурт мы любим. А Лиана почему-то захотела Данон клубничный. Но Данисима вкуснее. Посмотрим, она попробует. Может, ей больше Данон понравится. А Мансурчику я буду делать йогурт с бананчиком. Он любит у меня так. Девочки просто йогурт покушают и отбой спать. Доброй ночи. Пока у меня дети спят, я решила на завтра приготовить плов из говядины. Смотрите, я сначала говядину тушую всегда, чтобы она у меня была для детей, для мужа мягкая. Потому что у меня муж твердое мясо абсолютно не ест. Или мягкое оно должно быть, или фарш должен быть. Вот. Мясо буду тушевать я где-то 20 минут, потом я его обжарю и уже буду готовить плов. Не могла не показать, смотрите, какой у меня плов получился. Прям резинка от резинки отделяется. Я не очень люблю длиннозерновой рис, я люблю круглый рис, вот такой вот мелкий. И наша семья тоже его любит, и детки. А длиннозерновой, он все равно более такой жесткий. Вот, плов просто объедение, я уже попробовала. Это уже я его перемешала в перемешанном виде, видите, резинка от резинки отделяется. Мясо, как всегда, я пожарила отдельно, сегодня мясо у меня говядина. Сейчас я вам его покажу. Пожарила я его как шашлычок такой. К плову я еще замариновала лучок, сейчас я вам покажу. Вот мяско мое, оно, знаете, по вкусу вот точно как шашлык, даже еще вкуснее. Маринованный лучок у меня с майонезом, уксусом, солью, перчиком. Только зелени не хватает, зелень, как всегда, у меня закончилась. Обычно я кинзу добавляю.
Вот, смотрите, я всю черешню помыла, перебрала. Там где-то было 10-12, наверное, от силы испорченных. Очень мало испорченных было. А теперь я, видите, самые красивые вот сюда вот переложила. Это девочкам кушать завтра. Мансурчик что-то не захотел, ему черешня не понравилась. И буду сейчас укладывать это все в морозильник. Вот такие вот пакеты пищевые. Где-то еще у меня займет это 30 минут. Сейчас 12 часов ночи и пойду спать. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.